Я Илюша сделала такую красоту. Привет, Илюша! Очень долго. Шарики нам уже не нужны. Мама, что ты скажете? А что мама скажет? Ну, что-нибудь хорошее. Что рада, что у нее теперь уже четвертый внук. Две внучки и два внука. Старшему 20, младшему 0. С племянник растет здоровеньким и счастливым. Всех нас радует. Так скажите что-нибудь, ну что же, пожелание. Ешь под елкой, сел на пень. Здравствуй, белка, добрый день. Спасибо Богу, что он наполняет колчан твою стрелами. Да будешь ты благословен. Там быстренько что-то скажите. Как мы рады. Я люблю нашего Господа. Я благодарю его за то, что он дал нам такое чудо. За то, что он дал нам Илюшеньку, нового члена нашей общины. Я очень счастлива. Мы уже не можем его дождаться. Вот уже вот хотим обнять и расцеловать. И его поносить. И прижать. И не отпускать. Ждем Илюшеньку. Ой, перед камерой снова замираешь. Поздравляю Олечку с рождением сына, богатыря и защитника семьи. Чтобы рос и радовал мамочку постоянно. Да. Так, конечно, не бывает, но все-таки. Мечта. Здоровья и всячески. Олечка, молодец. Илюшка, лучше всех. Ура! 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 Движение прекратилось. Алена. Еще разочек. Я вообще так честно впечатлена, поражена, просто растрогана сейчас. Тем, что у меня такой ребенок замечательный родился, за столько цветов, внимания, такой праздник классный. Спасибо вам всем большое. Все. Мы встретили, мы переняли, у нас пополнение, вы понимаете, наша община так и размножается, аллилуйя!